Две достойнейшие представительницы классической французской школы предлагаются вашему вниманию. Начнем с ранних работ мануфактуры Рамю, по достоинству оцененных потребителем. Прекрасные стали, стабильные стали, клин, рог, кость 6 восьмых. Прекрасное состояние, за исключением того, что самую капельку подъели жучки, а право имеется в виду. Сам клиночек в отличном состоянии. Несмотря на то, что имеет такой уютный размер, достаточно такая увесистая по массе бритва. Все старые изделия у Рамю откованы. Поэтому отличная плотность, прекрасная твердость, мелкозернистость. Будет брить на уровне лучших экземпляров мировых. С чем угодно можно сравнивать. Вообще очень импонирует мне эта контура, среди прочих, естественно. Но крайне хороша. Рамю. Еще раз, состояние отличное. Ну, вот здесь по спинке имеют место быть такие потемнения. Абсолютно незначительны. Единственное, они при соприкосновении с водой еще потемнеют. Но от этого еще более яркий будет внешний вид такой. Налет времени, будем его так называть. И вот опять же таки приинтересная штуковина, это уже вероятно первые десятилетия 20 века, это Веритабль Дюма и сын. Очень такое прям совсем элегантное решение, бритва абсолютно новая, в смысле она не пользованная, никто ее никогда не точил, я рабочую фасочку создавал впервые. Вот такая она получилась. Ну, здесь плюс-минус там выборка на четверть. При всем при этом здесь размер 5 восьмых. Такая достаточно увесистая штучка. Оправа в данном случае синтетическая. Но опять же таки, по стали никаких вопросов, нюансов, ничего этого нет. Учится прекрасно. Обратно точно так же. Работать с бритвами одно удовольствие. Никаких ни коррозионных очагов, нет, ничего не надо долгими часами выравнивать, убирать. Все просто великолепно. Итак, вот они, прекрасные, прекрасные представительницы классической французской школы. 5000 за единицу большую и 4000 за единицу меньшую. Прошу любить и жаловать. Всем стального здоровья, до скорых встреч в эфире. Пока.